уважаемые зрители! Я приветствую всех гостей выставки. Сегодня у нас знаменательное событие. Мы презентуем книгу Сергея Викторовича Ковалева, известного психолога, психотерапевта, доктора психологических наук, доктора философии, генерального директора Института инновационных психотехнологий. Сергей Викторович, здравствуйте. Еще и психотерапевт Всемирного европейского реестра. Мы сегодня говорим о новой книге, которая называется «Дао благополучия. История вашего будущего». Сергей Викторович, у меня к вам такой первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, как вы писали эту книгу. Как, может быть, вы пришли к тому, что нужно написать такую книгу? Ну, знаете, это немного напоминает известный анекдот, в котором человека, который искренне верил, что он Бог, попросили рассказать, с чего все это началось. Он сказал, ну, сначала создал небо и землю. Так вот, в данном случае, если говорить об этом, то, в принципе, вся ситуация заключалась в том, что я был не очень, очень удачным кистелем своих собственных родителей, воспитанием и всего прочего. То есть изначально я был не очень счастлив, не очень благополучен. И при этом одновременно с этим обладал довольно большим количеством талантов. То есть меня признавали все учителя, я умудрился победить в литературной олимпиаде, закончив физико-математическую школу. Естественно, когда я поступил на факультет психологии, это было совершенно естественно. Каждый ищет то, чего в нем нет. Я искал на психологии, вот, на факультете психологии счастья, благополучия и так далее. И получилось довольно жесткое разочарование, потому что я выяснил, что теория. Я могу практически все рассказать, но не могу ничего изменить, в том числе в самом себе. И дальше получилось как-то так, что я заинтересовался проблемой человеческого успеха, благополучия, счастья. И в результате создал дисциплину, которая на самом деле науку. Это официальное направление психотерапии, признанное ИНУАСЭ за рубежом, которое называется интегральное нейропрограммирование. Суть его достаточно простая, хотя название, конечно, выглядит непросто. Интегральный – это значит следующий странный феномен. Мы можем вам помочь в любой вашей области жизни, на любом этапе вашей жизни и в любой задаче, которая перед вами стоит. Грубо говоря, от невроза и соматического заболевания до просветления. Потому что мы можем обеспечить вам дорогу именно в это светлое будущее. Идти будете вы сами, но откроем эту дорогу мы. Понятно? Соответственно, почему это нейропрограммирование? Это, знаете, простая задача. Вот у нас какой-то есть... Ну, вообще весь этот мир – это большой симулякр, вы знаете. То есть это большая идеологема, которая внедряется в умы, и реального нет уже мира, есть только вот это же. Мы живем в идеологеме. Отсюда возникло странное впечатление, что если мы что-то поймем, мы это изменим. Вот считается, что если психолог объяснит, психолог расскажет, то вы немедленно изменитесь и, трепеща розовыми или голубыми ангельскими крылышками, полетите к собственному счастью. Простите простой пример. Если вы узнали, что в вашей машине засорился карбюратор, она поедет от вашего знания? Скорее всего, придется вылезти, открыть капот, поковыряться, что-то продуть, прочистить, тогда она поедет. Точно так же и психотерапия. Без психотерапии вы ничего не измените. Вот это странная ошибка Фрейда, которая потом стала чуть ли не постулатом, о том, что человек, который понимает причину своего симптома, своей проблемы, он излечится. Нет. Симптом существует как реальность. Его нужно менять, излечивать и так далее. Поэтому нейропрограммирование говорит о том, что мы просто-напросто занимаемся не увещеванием, а если можно так сказать, переформатированным вашего биокомпьютера. То есть в вашей жизни вас программировали, вам давали программы вашей жизнедеятельности, многие из которых ни к черту не годятся, извините за выражение. Вам давали карты реальности, многие из которых совершенно не соответствуют этой реальности. Если любого из вас спросить, например, по теме «У меня нет денег», что такое карта, я могу задать вам вопрос, а по каким правилам живете относительно денег? И внезапно из вас вырвется «Деньги – это зло, деньги – это несчастье, деньги – это опасно». И вы что, хотите с такими картами иметь деньги? Просто не, про, не здоровье, а деньги как таковое. Ну а что касается программ, то извините, любое действие в нашей модели, в нашей системе совершается по следующей последовательности, скажем так. Вот жизнь как таковая. Пункт А – это цель. Скажите, вы точно умеете ставить цели? Ваши цели действительно являются теми целями, которые стоит достигать и с которыми согласно ваше бессознательное? Или это ваши глупые желания, которые возвели в абсолют цели? Первое, чему мы учим, ставить цели. Более того, не только ставить цели, но настраиваться на их достижение. В любой области. Здоровья, взаимоотношения, любви, секса, материального благополучия, работы. То есть на всех этапах все это дело. Второе. Это вы должны здесь сделать некоторые действия. Но с учетом того, что ваши программы никуда не годятся, на первом месте постарайтесь карты. Вы не те цели взяли, а те, которые лежали в вашей карточке. Не те решения. То мы позволяем вам сделать те действия, которые необходимы. Но есть третий пункт, третий момент.
надо соответствовать тому, что вы задумали. Быть таким, который может это достичь и может это удержать. Вот третий пункт – изменение самого себя. Это главная наша фишка. Потому что мы на самом деле делаем человека, который действительно не просто разово получил деньги, а способен получать деньги, иметь финансовый успех в течение длительного времени. Не просто разово улучшил свое здоровье, а умеет эту возможность, это здоровье сохранять на долгие годы. Я, между прочим, не очень молодой человек, мягко говоря. Мне 63 года, но, тем не менее, до сих пор я способен подтягиваться 21 раз и отжиматься 70. Понимаете? И мое здоровье позволяет мне выдержать нагрузки, которые не выдержат многие молодые. И вот так по любой области. Вот в двух словах это примерно так. Правда, сейчас мы еще заинтересовались самым главным вопросом. Вопросом человеческой успешности. Видите ли, первое время мы отошли от этой темы и начали заниматься благополучием. Благополучие – это эффективность и счастливость. Два условия. Эффективность процессуальная, счастливость содержательная. А в то же время американская школа утверждала, что главная задача практической прикладной психологии – это обеспечить человеку успех. То есть машину, дачу, квартиру и так далее. Возникает интересно, он получил этот успех либо липово, то есть он не может его удержать, он не соответствует своему успеху, либо он неблагополучен в плане несчастливости. Поэтому сейчас мы работаем еще с темой успеха как состояние, в котором, грубо говоря, вы способны оказываться на нужном месте в нужное время, но при этом самое главное – пользоваться подходящими способностями, возможностями. Потому что, знаете, Илья, как-то Андре Моро сказал, что всякая жизнь, какая ни есть, а нет, что каждому человеку предоставляется в течение дня 5 возможностей изменить собственную жизнь. Просто мы ими не пользуемся. А Илья Сельвинский очень точно характеризовал нашу позицию. Вся наша жизнь – это мир упущенных возможностей. Вот в двух словах. Теперь, что касается этой книги. Понимаете, когда я задумал это странное, огромное, совершенно на первый взгляд иногда неподъемное сооружение, потому что интегральная нейропрограммирование, ИНП, это не только метод психотерапии. Это совершенно новый подход к психологии. Подход, который основан не на каких-то теориях, а на очень точных моделях того, как это работает. Поясню простую вещь. Есть термодинамика. Первый, второй закон. Есть двигатели внутреннего сгорания. Между ними, безусловно, есть некая связь. Но если бы кто-то не сделал модель первого двигателя внутреннего сгорания, пусть несовершенного, не было бы никогда всех этих двигателей. Теория осталась теорией. И поэтому, чтобы не ввязаться в сложнейшую теорию, мы просто-напросто создаем очень рабочие модели, процессы, которые легко воспринимаются людьми, на которых мы, собственно говоря, и работаем таким образом. Но плюс к этому оказалось, что это философия жизни. Просто не потому, что мы считаем, что это истина в последней инстанции. Надо жить так, как мы. Другое дело, что если ты живешь так, как мы, ты эффективен, счастлив. И люди, которые приходят к нам, потом с удивлением рассказывают. Я просто посидела на семинарах, а у меня там квартира обломилась, замуж вышла, хотя не могла до этого выходить. Там еще что-то сделали. Это просто потому, что мы, простите за научный термин, адекватизируем, делаем соответствующим миру ваши программы и карты. Улавливаете? То есть мир начинает работать на вас. В идеале мы, по сути, ведем человека к тому состоянию, которое называется, помните, Дао Дэ Цзы, известно, мудрец ничего не делает, но все оказывается сделанным. Это основной принцип Уэй, недеяние. Так вот, правильный перевод с китайского звучит так. Пребывающий в бытие ничего не делает, но все оказывается сделанным. Увы, вы живете в выживании, вы понимаете? Вы выживаете. Вы даже не очень понимаете, что такое жизнь, потому что каждый день у вас потрачен этому выживанию. Надо встать, надо сделать, надо съездить и так далее. Первое, мы выводим вас из плена «надо», потому что на самом деле человек очень редко делает то, что ему надо делать, но он не хочет делать. Мы переводим это в «могу», «стоит» и так далее. То есть на самом деле делаем то, что называется мотивацией, но не навязанной сверху, а выращенной вами изнутри самого себя. Улавливаете? А дальше мы постепенно показываем, насколько же это... Классная штука эта жизнь, насколько интереснейшее место этот мир. А через некоторое время вы начинаете понимать, что он не единственный, что это просто одно из, так сказать, остановок на долгом космическом пути вашего развития. И тогда вы начинаете понимать, что тот же смысл вашей жизни, он есть. Но он даже больше, чем вы думали, как я люблю говорить, смысл жизни не ищи в жизни, он за жизнью, за пределами. Он космический. И в результате начинается открытие самого себя, самое лучшее открытие, которое только можно порекомендовать. Но дальше получилось еще хуже. ИНП начало распадаться на отдельные направления. По сути, это сейчас грандиознейшая наука, в каждой из которых существует свое направление. А мы все это объединили. Вот одно из этих направлений, вот это направление, здесь и передано, очень интересное. Она называется «Психотерапия личной истории».
Дело в том, что у каждого из вас есть своя личная история. К сожалению, это опыт чаще поражений, неприятностей, нежели побед. И получается так, что ваша личная история, ваше прошлое, задает ваше будущее. Соответственно, этим, если мы не изменим ваше прошлое, вы не получите вашего будущего. Это не голословное утверждение. Знаете, например, что любое переживание серьезное, обычно появляется так называемое уровень травматического переживания, причем между ними разница 1,5-2 года, поэтому вы не понимаете, что ваша серьезная там вещь, это я делал своеобразным заданием, за что вы совершили. Без того, чтобы вот это, вы никогда не вызовете. Вы в лучшем случае будете находиться в состоянии такого перманентного оздоравливания с рецидивами. Вот первое, что есть. С учетом того, что 75% информации, которую вы получаете в жизни, вы получаете в детские годы, большинство вот таких событий падает именно на детство. И поразительные вещи бывают, потому что на самом деле детское ваше отношение с мамой определяет ваше отношение с вашей женой. И если вам получилось, значит, что если жена похожа на мать, браки счастливы в 80%. Если не похожа, то 50%. Такая статистика. Это вот, да, а у женщин очень просто. Это немного, если у вас хорошее отношение с отцом, то у вас будет достаточно тяжело в отношениях с мужем. Потому что вы недалеченный ребенок, который вас из вашего мужа, из своего мужа будет делать папу. Не будет совсем. Или муж, скорее всего, совсем. Потому что и для обоих, условно говоря, это немного грубовато, но чтобы вы поняли пример, отношения и женщин, и мужчин с отцом, будущие отношения с начальством, с властью мужа. Если эти отношения не прорвались, вы будете довольно паршивеньким подчиненным. К сожалению. Так, в лучшем случае, шестым сотрудником. А руководителем вы, скорее всего, будете. Потому что до 6 лет, как раз здесь это складывается, основа вашей жизни. Вот фундамент. Все остальное только что выдержит фундамент. Понимаете?